Яна Рудковская опубликовала в Инстаграме фотографию мужа, Евгения Плющенко. На снимке фигурист, недавно перенесший операцию на позвоночнике, отдыхает на диване с домашней собачкой. Питомец укрыт пледом Луис Вуитон, на который подписчики сразу обратили внимание. Многие фанаты пожелали спортсмену хорошего самочувствия и скорейшего выздоровления. Но нельзя не отметить другой факт. Фото, опубликованное Рудковской, повторяет снимок Дэвида Бекхэма, который ранее выложила его жена Виктория. Тогда фанаты выразили зависть собаке Бекхэма по кличке Олив. Песика укутали в такой же плед Леве, стоимость которого составляет почти 5000 фунтов стерлингов, около 6000 долларов. Одни подписчики умилились кадром, другие не удержались от признаний: «Хотел бы я быть этой милой собачкой, ну вы поняли, я имею в виду одеяльце Леве, вот это плед. Хотя тут все прекрасно». «Полуденный сон с папой», подписала свое фото Виктория Бекхэм. «У них в Лондоне, наверное, спят, а у нас еще в Москве бодрствуют, но главное, что уже дома», написала под снимком Рудковская. Ранее в сети появилось видео из больничной палаты Евгения Плющенко, которое разгневало и самого спортсмена, и его супругу. Как заявил олимпийский чемпион, репортеры прошли в клинику, где он восстанавливается после операции на позвоночнике, под видом родственников, и начали снимать его, пока он спал. А затем разбудили и стали расспрашивать о здоровье. Рудковская заявила, что семья не собирается так просто оставлять эту историю и намерена подавать в суд на РЕН-ТВ.